Скажімо, перша робота, яку ви бачите зліва, вона називається, якщо перекладати сильно з німецькою, це от, так мовити, коли атомна електростанція так вибухає і все, що відбувається, виходить з-під контролю, називається німецькою мовою скорочення ГАУ. Да? Це от найбільша небезпека, яка може трапитися. Спочатку мене зацікавило, скажімо, написати композицію, з допомогою якої я можна було зобразити чи відтворити цей процес, от що відбувається, коли спочатку є структура, коли якась потужна енергія, яка зберігається, тримається в певних рамах, в певній структурі, а потім втрачається контроль. Так? Якщо подивитися там на цьому аркуші, можна побачити, що спочатку є дуже чіткий ритмічний мотив, так? Потім який приблизно так написано, а там виходить один, два, три, потім два, три, один, два, один, три, один, п'ять. Ось такий довгий ритмічний мотив. Це кожен з тих, хто писав цю роботу, він мав його в голові. Єдина працювала 4 людини: Паскаль, Даніель, Вероніка і Штефан. І кожен з них мав свою одиницю. Так? Даніель був один, потім Вероніка була, скажімо, два, Штефан був три і Паскаль був п'ять. Себто, що робив Паскаль? Паскаль був, скажімо, цим рожевим фломастером. Да? Його головне завдання було, щоб він, його рожевий, його характер, його елементу був в 5 разів більше, ніж одиниця Даніеля. Як Даніель почне, ніхто не знав. Далі, що відбувається під час процесу, коли пишуть? Значить, спочатку йде перший хід, коли весь мотив буде написаний, і потім повертаємося до теми композиції, коли ми казали, якась енергія виходить з-під контролю. Отже, перший, хто починає, так би мовити, виходити з-під контролю, це п'ятірка. Якщо подивитися на цьому аркуші, який я роздрукував, наступний раз пишеться повністю весь мотив, тільки замість п'ятірки – штрих. Що робить п'ятірка? Що робить далі? Залишається для нього. Він може зробити щось дуже маленьке, а може випихнути і зробити щось дуже велике. Він відходить з-під контролю. Отже, потім йде третій хід всього мотиву і виходить з-під контролю трійка. Так? Потім четвертий виходить двійка. І останній раз всі виходять з-під контролю, тобто можуть писати, як вони хочуть і де вони хочуть. Нема взагалі ніякої структури. Потім остання робота, яку ми писали, це 1-1-1-2-3, вона називається. Ця робота була написана із метром 1 до 25, 1, 1, 1, 2, 3, да? Це було соло. А потім в другому варіанті робили так, 1, 1, 1, 1, уже ж цей же елемент, до нього торкався інший, наступний елемент, робив ще плюс 1, разом 2, так? Потім ще один елемент попередній, торкався знов. Той торкався третій елемент, робив разом три. Тобто ритм залишався той самий, тільки він вже складався не з одного елементу, а з трьох чи двох різних, в залежності від того, два було це чи три. І отак от ми, по суті... Можна запитання? У вас тут чотири роботи, і в трьох із них, я так зрозумів, у вас була якась відправна точка, так, а потім імпровізація. Чому ви в цій самій картині вирішили працювати, ну я зрозумів, другу лінію працювали, так? Mm-hmm. Ну, рядами. Ви це були якась попередні домовлені, чи просто воно так прийшло? Ця робота, знову ж таки, є, як я казав, що я роблю. Ми хотіли зробити таку просту лінійну роботу, коли, грубо кажучи, працюєш зліва направо. Да? І от нам було теж цікаво зробити, скажімо, щось, що має якийсь такий простий, примітивний рух, але дозволяє свого роду щось інше, а саме швидкість. Да? В інших роботах, якщо знову ж таки буде потім відео, можна буде подивитися, як кожен думав
про певний баланс, треба мені класти мій елемент, характер мого елементу сюди чи сюди, краще туди, трохи світліше чи трохи темніше, більш агресивно, менш агресивно. А тут ці всі питання були нівельовані і був інший ціль, так мов. Прискорено. Прошу? Прискорено. Так. Коли ви ці роботи писали, ви взяли сценарії, які працюють, ви їх попробували вже і взяли по їхньому пути нарисували, так? Да, можна так сказати. Тобто скажімо, вот эта работа слева крайне левая, мы еще нигде ее не пробовали, она абсолютно новая, да. Мне пришла эта идея, я даже сам еще не писал для себя, да, и я ее только написал вот так вот на бумаге. И мы решили попробовать, собрались в мастерской за месяц до того, как мы были в Киеве. Попробовали, нам понравился процесс, да, работа, и мы решили, окей, мы подбирали материал, думали, это... как сведомость на русском, да, осознанное решение, что здесь мы работаем черным, оранжевым, и такой материал, там мы работаем на серой ткани, такими цветами, естественно, это было осознанное решение, осознанная композиция, которую мы готовили. Но никто не знал, как они будут выглядеть. Мы потом, опять же таки, опубликуем варианты, которые вот эти же композиции, даже вот эта композиция, тоже день 2-3, ее можно посмотреть, она есть уже, была написана в Мюнхене. Она выглядит совершенно, ну не совершенно, но выглядит по-другому, хотя принцип тот же. Да. То есть мы не знаем, как оно все будет до конца. Вот эта работа тоже, она выглядит точно так же, и это те наши пробы, которые мы делали. Именно идется, может быть, такой вот шлифовки именно материальности, так, чтобы процесс нам предоставлял удовольствие, да, чтобы мы понимали, окей, то, что мы сейчас, вот этот ход, которым мы это делаем, он действительно существенный. Да. И вот мы таким образом пишем. Леш, насколько я понимаю, то есть вы пытались сделать модель, чтобы контролировать некий неосознанный процесс живописи, да, абстрактный. Но вот в моем понимании, то есть я не критикую, просто вопрос. У меня такое ощущение, что получается вы создали алфавит, но забыли про звуки. То есть у вас есть ритмика, ну то есть модель работы с ритмом, но нет модели работы с цветом. Или есть? Есть. Ты понимаешь, ну, во-первых, я же опять же говорю, может быть, немного вернуться к твоему вопросу. То, что мы здесь подбирали, да, здесь есть цвет, то есть мы не решили за 5 минут до выхода, что ага, ну возьмем здесь может быть оранжевый, а там может быть черный. Да? Почему оранжевый, черный, я могу это осознанное решение. Точно так же и все остальные вещи. Снова таки, чтобы вернуться к тому, что ты говоришь, звуки, живопись, как я уже говорил, это когда берут цвет. Цвет в первую очередь, да, и с помощью какого-то инструмента кладут его на поверхность. Так вот, цвет рассказать нельзя. Точно так же я не могу написать с помощью наших символов цвет. Я скажу оранжевый, но есть 100 разных видов оранжевого. И есть иногда есть такой закон, да, там красный ищет зеленый. А иногда ты можешь два цвета положить, красный-зеленый, ничего. А иногда положишь красный-зеленый, он 1 плюс 1, 3, да. Вот. И это только то, что визуально. Это нельзя написать. Я тебе не могу объяснить вкус вина, ты должен его попробовать. Но я могу его описать, да? Но пока ты его не попробуешь, ты не сможешь в точности ощутить то, о чем я говорю. Точно так же в этом отношении. Я могу рассказывать о живописи, но это не то, ее нужно посмотреть. Да? И в этом отношении, естественно, никто не отменял систему цвета, мы работаем с этим. Никто не отменял мысли о материальности. Ты видишь, как мы работаем с разными материалами, с разными поверхностями. И также, я думаю, потом в фильме будет видно, мы использовали разные инструменты. То есть мы не, опять же, говорю, то, что здесь мы работали кистью, а здесь определенная лаковая краска, это тоже осознанное решение. Это ответ на вопрос? Не, ну, если нет, то спроси. Ну, в данном случае это похоже на вот, ну, скажем, если сравнивать с дизайном, да, то на модульную сетку. Mm-hmm. То есть
вы создаете некий модуль и работаете по этому модулю. Но все-таки вот в плане цвета, ну то есть часть процесса вы сделали контролируемой, а часть процесса она все-таки, ну, в моем понимании, остается бесконтрольной. Да, то есть это всего-навсего инструмент, то, о чем я сейчас рассказывал, с помощью которого мы этот процесс живописи пытаемся структурировать. Но мы не говорим, как нужно писать, что нужно писать. Да? Это остается каждому характеру его, то есть вот эти вот зубы. А в чем цель структурирования процесса? А в том, что мы, так сказать, во-первых, приносим жуткое удовольствие. А во-вторых, нам открывается, ну, как мы, как человек, который занимается живописью, могу сказать, что открывается просто другое восприятие живописи. Да? Ты сконцентрируешься на одном и, ну, скажем, такого. Это похоже, ты сравнивал, проводил аналогию с шахматами, это реально похоже на такие живописные шахматы. В которую можно играть не только вдвоем. Да, может быть, да. Да, еще вот. И на время. Да, я писал, я в одном интервью давал, говорил о том, что для меня живопись — это как игра, да, то есть своего рода борьба. У меня есть поверхность, да, иногда поверхность настолько прекрасна, когда здесь все четыре работы, пришел кто-то из посетителей, по-моему, это был при этом, и женщина стала ценой краще. На выставке, все выставки, да, когда они были чистыми, да, я на права, я иногда сижу в мастерской, передо мной вот просто, вот даже вот эта работа, которая вот здесь просто натянута черная ткань, очень вкусно, да, можно смотреть, слюни текут, можно смотреть просто не приживаясь. И когда ты начинаешь портить это, единство, как это на русском, единство, да, когда вот это вот, ты начинаешь его портить, ты надо как-то выйти из этого, чтобы ты был частью этой поверхности. Да? И вот это то, что, так сказать, меня в первую очередь интересует и нас. Да. Когда вы начинаете работу над композицией, вы определяете себе заведомо единицу? Ну, возьми единицу. Есть композиции, когда вот скажем, здесь, да, когда есть смысл, что все элементы, да. Опять же таки, все эти работы может написать один человек. Их можно написать больше, чем 5 или 6 или 3. Вот. Есть композиции, когда есть смысл, чтобы единица была определена до этого. Мы так и говорим, покажи мне твою единицу. Да? То есть таким образом, когда мы начинаем работать. А есть композиции, где она находится. Да? То есть, вот скажем, вот в этой работе там структура такова, что во время хода у тебя есть возможность делать твой элемент от размера 1 до 9. А ты можешь сразу написать все, а можешь один раз, ну, поставить свой характер, своего элемента и ждать, как что будет делать следующий. И вот, например, если я сделаю вот так вот, да, это может быть 1, но следующий может из этого сделать 5. Вот так. Да? То есть я-то думал, это один, а он делает этого 5. Или наоборот, я думал, это там, скажем, 5, а он сделал еще больше, сделал этого 1. Вот то, что произошло, скажем, там. Да? То есть вот это главное, наверное, самый главный важный аспект, опять же таки, это визуальное искусство. И мы смотрим на то, что создается там, и наша цель, да, вот ты спрашивал даже о цели, это именно вот живописная работа, которая влияет, да, которая вот. Ну, то есть мы получили, я говорю, когда вот я начинаю работать, иногда у меня ощущение, я выиграл. То есть я победил, да, вот когда в боксе там бьются, да, вот я тоже бьюсь, иногда бывает ничья. Иногда, ну, меня бьют, да, и у меня вообще плохое настроение, все, иногда я побеждаю. Да, и вот цель именно вот, победить и сказать, окей, то, что я сейчас сделал, это ощущение того, что мы победили над этой поверхностью. А при создании вот этой системы вы как бы опирались на основу классической композиции, как бы то, что давным-давно уже придумано и не нами, вот, но как бы, то есть опираетесь на классическую композицию, на понятие основ, правильности построения и всего остального. Я учился здесь, да, учился в Академии искусств, здесь учился в художественной школе, в Державной художественной школе. Mm-hmm.
Я учился в Академии искусств в Мюнхене, да. Я очень, меня очень интересует история искусств. То есть без этого никак. Я знаю, что такое Ренессанс, я знаю, что такое икона, я знаю много разных способов творения композиции. Я, мне интересна графика, да, и дизайн графический, и мне также интересна музыка, и очень много разных других аспектов. И естественно, оно во мне, да, то есть я прошел это, и я думаю, если вот этого всей структуры не было, если бы не было вот этих вот, просто скажем, если брать опять же таки параллель к музыке, литературе, ритму, вот в этих категориях он уже давно присутствует, да, и люди его изучают, изучают глубоко, и это как само собой разумеющееся. То в живописи были отдельные способы, да, и вот, а вот так, чтобы это стало такой категорией, которую вот изучали, тем более, чтобы больше, чтобы, так сказать, начало шло от именно движения, да, вот от этого. А вот это, может быть, то особенное, что нас интересует. И меня, в первую очередь. Весь коллектив. Да. Чтобы наоборот, начинали быть с хаоса, и это хорошо после этого работы. Да, но я не скажу, что я не совсем согласен. Есть определенные работы, где с самого начала есть комбинация хаоса, так как ты говоришь, да, и структуры. И вот мы пытаемся поддержать весь процесс. От начала до конца. Вот только первая работа – это именно такое вот яркое начало, где у нас есть структура, и мы потом ее просто, как бы так сказать, она теряется. Да? А везде, вот в этой работе структура шла до конца, вот в шаре, здесь тоже. То есть здесь была структура. Единственное, что мы в комбинации вот структуры, как говоришь, хаоса или импровизации, мы пытаемся достичь просто разных целей. Вот и все. А бывали работы, есть работы, где у нас, скажем, мы просто собираемся, мы сейчас начинаем просто писать, да, и вот что-то начинает там появляться, да, вот как я говорил на ваш вопрос, да, где насчет единицы, да, то есть иногда мы ее ищем, да, мы ищем, пытаемся найти эту структуру, то есть это не один, как билет в одну сторону, да, то есть не только так. Все? Окей, тоді я дякую за увагу і я думаю, ще раз кажу, що у нас є сайт, якщо є цікавість, дивіться за нами, пишіть імейли, ми будемо у вас, це сказати, у нас є розсильник, да? Якщо у нас є якісь нові проєкти, нові композиції, ви будете про це знати. І дякую за увагу, дякую, що ви, не дивлячись на цю погоду, ви прийшли сьогодні. Дякую.